всю историю Саски, они сегодня здесь тоже. Что ж ты говоришь?
Yeah.
Растим на дворе свой сказочный храм на высокой горе, где черночные песни поют у костра. Братишку, что будет в реке осетра? Я, там, где живут деньги, на черном
сволочи. Выбирающим животиком на ебену
еще мохнатка чуть не живут, с невеличным выпирающим животиком. На работе мутаки, на кармане пятаки, в телевизоре говна четыре кузова. Полосатик и тоска, из четвертого звонка просыпаешься один, как Ольга Бузова. Полосатик и тоска, из четвертого звонка просыпаешься один, как Ольга Бузова. Просыпаешься один, ты в седьмом половине, а скорее начнем рвать мы на работу. И из четвертого звонка я беру мать тоска, скорее начнем рвать по лужам потом. И на работе стали крас, и начальник пинорас, и зарплата как у конченого дворника. В телевизоре она так красива и стройна, в доме два и не зовет тебя в любовники. В телевизоре она так красива и стройна, в доме два и не зовет тебя в любовники. На работе пятаки, на кармане мудаки, в телевизоре говна в четыре кузова. Полосатик и доска из четвертого звонка, просыпаешься один, как Ольга Бузова. Полосатик и доска из четвертого звонка, просыпаешься один, как Ольга Бузова. Сова! Oh,
чуваки, если ты не в курсе, например. Особенно вот тут, вот тут вот часа ночи. Я его научил, блядь. Я играл на гармошке, а он потом уехал и стал на аккордеоне играть. Ну, вернее, это было. Но я понял, что за свои, сколько мне лет? 70 лет. Кстати, 10 января смотрите все, вот просто набирайте в Ютубе Cheers 60 лет, например, там что-то такое. Там вот частушки, там рэги частушки будут. Блять, такие, что вы охуеете, а некоторые даже ебанутся. Группа «Урела», с которыми я играю, моднейшие люди, которые, блядь, консерваторские, они все делали модные дела, допустим, Боб Марли не успел их, блядь, спеть, блядь, не смог их, а мы, блядь, смогли. Вы охуели! Это будет мой юбилей 60 лет. Вот он будет здесь, не знаю, как мы договоримся, возможно, я думаю, и нет. А пока на нашу старую добрую нахуй и прочее. Саньком, это мой ученик. Вы, блядь, вы никогда не знаете. Вы, блядь, дурачки. Вы, блядь, знаете. У вас все это становится с 5 января, блядь. Yeah.
длинных дам. Только зря! Я господин взиратель. Ну зачем господин взиратель? Только зря говорю, господин надзиратель, рукавичкой бы мне был. Ради частушки от Боба Марли, которого нет, а мы это сделали 10 января на мой юбилей 60-летний. Блять, сколько не живу, но это будет пиздец. Всем всего доброго, отлично. А через сынки мои. Гармошки играть на нее. Помню, молодой в школе, 53 года, блядь. Роща за тюрьмой. Роща за тюрьмой. На самом деле я мечтал записать эту песню с баяном. Но тогда была пандемия, и мы все сидели в домах. У меня и так соседи думали, что я ебанутый, когда записываю этот альбом. Поэтому если бы ко мне пришел в гости баянист, они бы меня знали в дурдом, как в прошлом году. Песня в моем репертуаре. Я под нее играл на дискотеке для тех, кому за 50. Там все пищали, ебаться в рот, пиздец. Там такой петинг был на молодом, этом самом медленном танце. Там Лариса Ильинична, преподавателя по географии, горячо лапала слесаря. Мертвого, блядь. Бил ботяня кнутом, гни свой город не гути, жизнь начнется потом. Yeah.
отзывчивые, теплые сердца. Спасибо. Поэтому нам нужно торопиться. У нас есть время на одну последнюю песню. Берегите себя и Мементо Мори. Спасибо! Ходит дурман.
Yeah.